Похищали мотоциклы, продавали их и гуляли на вырученные деньги. В Новосибирске задержали двух молодых людей, которые выбрали криминальный вид заработка. Мои коллеги из регионального главка полиции подготовили небольшой сюжет на эту тему. В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску совместно с коллегами из отдела полиции номер 7 Ленинский и отдела полиции номер 8 Кировский установили и задержали подозреваемых в хищении мототранспорта на территории города Новосибирска. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 20 лет, старший из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. В настоящее время установлена причастность задержанных к 7 эпизодам противоправной деятельности. Установлено, что похищенные транспортные средства они сбывали, а вырученные деньги тратили на личные нужды. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 1 миллиона рублей. Один мотоцикл, подготовленный для продажи, полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Местонахождение остального похищенного имущества устанавливается. По данным фактам возбуждены уголовные дела – по признакам преступлений, предусмотренных части 2 и части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Другой находится под подпиской о невыезде. В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемых.